Говорит автоответчик. Хозяин нет дома. Черт его знает, где он шляется. Вчера завалился под утро, спрашивает, мне кто-нибудь звонил? Я говорю, плохо было слышно, наверное, стал свет дозванивается. Он меня как хряснет ботинком. Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так. Но теперь я буду говорить правду. А то вчера он пошел в ванну, а я всем должен был говорить, что он в библиотеке. Кто его пустит в библиотеку с такой мордой? Купил книжку, питайтесь по брейгу, а читает ее только в туалете. И как он может похудеть? У нас в Японии утром завтракает, он опохмеляется. У нас на завтрак 50 грамм риса, он 150 водки. Выпьет, потом вспоминает, где он вчера был. Долго осматривает карманы и удивляется, если в них что-нибудь находит. Бизнесмен. А сам только недавно узнал, что это слово пишется с буквы «Б». Ой, говорит, а я думал. Знаем, о чем он думает. По видику одно глаза, да и чушь смотрит. Козел. Еще раз стукнет, всем расскажу, как он заставил меня говорить, что будет через час, а с моего трое суток не было. Пошел взятку давать в паспортный стол, дверь ошибся и прям следователю. А тот говорит, мало. И ему трое суток еще больше дал. Козел. Это не вам. Нет его. Не знаю. Может, вообще никогда не придет. Все мечтает в Америку уехать. Но только при одном условии, чтобы все американцы русский язык выучили. Потому что на английский никогда в жизни не выучат. Неделю учил how do you do, а сразу слышишь сказать матершина. Кто говорит? Автоответчик говорит. А ты поживи с ним, и ты научишься. Я сначала тоже не умел. А потом перегар нанюхался. Дыма надышался. Однажды ночью как запою. Мой козел вскочил. Кричит с просони, кто тут? Я говорю, автоответчик. Он говорит, а почему не спишь? Я говорю, давай еще по одной по бабам. Он говорит, выпей, а насчет женщин пас. Выпил, заснул. Козел. Что-то у него с прекрасным полом не клеится. То выдру какую-то приведет. Она с себя все отклеит, он потом сам от нее бегает. Закроется в ванной, кричит, у меня срочная работа, завтра доклад. А однажды привел, с виду баба, как баба, даже кофе сварила, а разделся мужик. Мой под тахту. Кричит, если меня будут спрашивать, я в командировке. Я говорю, где? Он говорит, в городе под Тахтюхинске. Козел. Да не вам это. Нет его. Не знаю. Весь поехал к Федьке, будет год через 3. Почему? Почему? Потому что они договорились с американцем памятник Гоголю продать. Сказали, Украина отделилась, и Гоголь теперь никому не нужен. А в нем бронза пудов 100. Американцы поверили, сегодня деньги принесут. Но фальшивые. Потому что это за американцы, если они с грузинским акцентом говорят? А если он поехал в казино, прикандыбает под утро. Ключ в скважину ставить не сможет. Будет просить меня открыть. Вчера открой, я тебе 100 баксов дам. Я говорю, в мои обязанности не входит пьяным бизнесменам дверь открывать. Он говорит, молчи, кикимора японская. Я говорю, отдавайте Курильские острова. Сразу заткнулся.
Уйду я от него. Вот лето наступит, и уйду по России. Возьму пальчиковую батарейку. Может, где у фермера или в рыбхозяйстве поработаю. Велика Россия. Что мне тут в прокуренной комнате за железной дверью сидеть? Спасибо.